Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 1987, с вами Лицемер, Лунатик, Фанатик, Нефрит, то бишь... уже сказал Нефрит, да? Короче, ребят, сегодня мы будем продолжать серию Resident Evil ремейк. Ну и будем мы проходить, конечно же, как я и говорил... За Криса. Да, будет сложнее намного игра. Будет больше мучений, но что поделать. Кстати, не забываем ставить люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии. И вступайте в нашу группу по 90, которая есть в шляпе. Давайте попробуем. Выбираем сложность, конечно, уже норму. Конечно, он появился очень легко. Это, наверное, вообще весело. Просто побегать, погулять. О, мы на норме, конечно же, пойдем. Давайте стандартный костюмчик Криса возьмем. Думаю, заставку мы пропустим начальную, потому что у всех одинаковая. Смысла я в этом не вижу. Снова ее показывать. Отряд Альфа пролетает над лесом на северо-западе Ракун Сити. Мы поехали. Ищем вертолет наших коллег из... Уже начнем с того места, как уже Крис попал в особняк. Осталось всего три члена отряда Старс. Капитан Вескер, Джилл и я. Мы не знаем, где Берри. Все целы? Берри, где Берри? Он... Нет. Что это было? Я пойду проверю. Хорошо. Джилл и я останемся хранить эту зону. Крис? Будь осторожен. Хорошо. И да, ребят, самое, наверное, что для меня любопытное в этой игре будет еще. Как вы помните, у Криса мы не видим сейчас пистолета, да? Где там, к чему брать еще? Хотя в ролике, как вы помните, он бежал и стрелял. Проебал, что ли? Ну вот. Я всегда поражал, почему у Криса нет пистолета. Ну нож тут вообще, оружие. Я попытался, да, кстати, убить зомбака. Он успел меня три раза укусить, у меня красный пульс. С ножа, короче, не вариант, как я понял, убивать зомбаков. Был один баг такой прикольный в резе первом, в самом оригинале. Когда зомбак нападал... И у тебя этот... Ой, он какой-то более шустрый стал. Ну да, режим-то, конечно же, изменился. Вот. Когда... Зомбак на тебя кинулся, ты мог это... Кстати, пойдем там еще посмотрим, то может что-нибудь там появилось. Нажать вовремя кнопку старт, ну, то бишь меню открыть. Когда он кидается. И... Он снова как будто стоял бы на месте. И снова мог бы его убить с ножа. Он снова кидается. И ты снова мог бы его. Опять с ножа же бить. Этот способ работал 100%. Ну вот, заиграла опять классическая музыка. Вескер! Джилл! Куда они ушли? Нам оставили пушку, которая всего 15 патронов.
Так. Сейчас нам сюда. Хоть как надо идти. А за Криса здесь музыка появилась, кстати. Здесь не было за Джилл музыки, просто часы звучали. Так, зомбак походил позади меня. Не будем тратить патроны. Вот у него бы было бы классно, мы да, мы знаем, что в оригинале он... В оригинале лежали бы патроны. Иди нахер, зомбак. Сейчас будем вообще шарить каждый угол. Вы как помните, здесь лежали патроны. О, они здесь лежат. Это блаженство. Хотя на очень ярком тут бы лежали бы две пачки патронов. Да, ребят, сейчас начнется много беготни. Из-за того, что у Криса мало места. Ну а что поделать? Такова и участь Криса. Попробуем бежать зомбака. Есть. Опа. Блин, тут теперь зомбак появился. Ну, вообще весело. Да ты что ты, блин? Чё такое живучий-то? Ох ты же, бля. Бери, Крис, патроны, тупой ты, Крис. Бля. Ну все, пиздец, мы поделали. Ну, первая смерть. Теперь вы видите, что на этом режиме уже играть намного сложнее. Мы будем пробовать. Коли не получилось так, попробуем еще так, и сяк, и тряк. Осталось всего три. Можно все это пропустить нахер. Если выйти, то их уже не будет, по-моему. Ну, как в оригинале было, если. Выстрел. Мне нужно, чтобы ты сходил и проверил, Крис. Так точно, Вескер. Ну, смотри-ка, Вескер остался. А если еще выйду? Спал уж проверить. Блять. Ну, ладно. У меня такое ощущение, что режим-то усложнился.
Да хорошо, хорошо, ты покушал, бля. Проверим. Этого зомбака я с трех ударов сносил. Фу, он три раза успевал меня куснуть. Тут меня с третьего убивает. Хотя я на оригинале пробовал так. Значит, каждый режим просто тупо усложняет, когда на этом. Когда пройдешь уже игру. Вот он прикол. Поэтому, значит, очень легкий это я проходил, да, легкий и средний был. А вот и открылся тяжелый. Это норма, значит, блядь, пипец. Норма тяжелый, вот, потому что, блин, я, потому что средний режим пробовал, вот, говорю. Там три раза меня зомбак кусал, на четвертый он меня убивал. На норме, которую выбирал. Понятно. Давайте пробуем легко. Бля. Мы удостоверились, что режимы очень сильно меняются, когда игру пройдешь. Потому что так меня валить еще. Я еще не привык. Осталось. Не такой уж я задрот этой игры. Не так за Криса тяжело играть. А еще на таком харде, как говорится. Тут нереально. Ну вот считайте, да, зомбака выстрелил где-то 8 патронов. И он все еще шел на меня. Пока его не отпихнул. А что, патронов 10 зомбака надо? Ребят, тогда тут уже задротство надо иметь. Конкретно в этой части. Здесь зомбак уже менее шустрый. Не такой, вух, что прям кинулся моментом, я успел только развернуться. Здесь, я как понимаю, очень важную роль это играет, оказывается. Ну да-да-да, никого нет. Заберем хоть пистолет и все. Блядь. Я бы хоть на легком тут пройти. Да, он смотрел, как Андрей опять он проходит. Все же второй рез у него место, где бежать и убежать от зомбака возможности больше. Ну, по сравнению, конечно, с оригиналом. В оригинале там тоже не так уж можно было разгуляться. Там я смотрел, да, есть побегать как. В резе это очень, кстати, очень пригождается, если ты умеешь бегать. Заберем, заберем, что ж. Криса так быстро убивали. Да. Это уже интересно. Что Криса с третьего укуса? Ты понимаешь, Джил? Криса? У него мощи-то больше его. Поэтому игру я пробовал реально. Никогда я сделал вот еще раз пройти, а просто когда игру только запустил. Ну, как бы сначала, как бы. Не сделал загрузить игру, как за Джил вот это нажал. Опа, блядь. Есть.
Да ну нахер. Ладно, этого зомбака тут нет. Все же. Помните, на легком 3-4 выстрела, он упал. Тут же я потратил 7. Он еще живой. Девять выстрелов на зомбака. Ребята, вам не кажется, уже многовато? Окей, если... Бля. Какие же, да, Crimson Head-то тут станут? Ну да, заебись. Клинок, клинок, клиночек. Блять, это вообще... Самое, что мне на есть нужное. Без клинка и жизни-то. Блять, патроны надо, сука, экономить. Для дробаша, блин. Точно, после каждого прохождения, да-да-да, усиливается тут уровень сложности. То, что, ну, как бы, урон от зомбаков, этот, как его, их убивать дольше становится. С собаками будет, наверное, сложнее. Так говорю, тут еще и эти, если. Ну, это мы знаем все. Про эти книги мы уже читали, зажил. Короче, как-то это, ребят. Либо с самого начала надо было проходить сразу же на норму. Не продолжать надо было. Не еще раз. Ну ладно, еще раз мы вот сейчас на легком, но. Да, будет чутка меньше зомбарей. Но, как вы видите, их столько же выстрелов сделать, как и я, если бы сразу же начал проходить на норме. Ну, я хочу просто некоторые режимы открыть. Хочу взрывоопасного просто. Может, ребят, потом я с вами даже его побегаю, попрохожу. У меня есть ключик, сука. У меня есть ключик, блядь. Но есть одно но. Блять, я не знаю, как мне пойти проще. По первому ли я отвяжу? Али, блядь, по второму.
клиночек, клиночек. Да-да-да-да-да, сейчас дядька идет. Блин, какой он бронированный был, а? Блин, мне патронов вообще не хватает. Если тут больше полобоймы на одного зомбака... Блин, мне просто не хватает патронов будет конкретно. На стенал, кстати, похтелоча уже не будет. Он нечаянно, я ему голову снес. Если бы здесь, короче, Crimson Head был бы, как я раньше, по-моему, говорил за Джилл. Сука. Сусед, боюсь, что здесь собаки может что-то появится тоже. Если я подвину. Может закрыться что-нибудь появится. Клинок, 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 клиночек. Клиночек, это хорошо, блин. Сука, я сейчас клинкам очень рад буду. А это не двигается, тумба, 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 юмба. Чего он не двигается? Сука. Блять, не в ту сторону. Его не стыд. А, говорю, вот если там бы я... вот этого зомбака, которого я прибил, он был бы за этой. За комодом. Я бы Crimson Head просто за этим комодом бегал бы и пыхтел бы свои... Пускай пар свой из, этот, из этого. Из ноздрей рта. Поэтому я его прозвал вот Пыхтелыч. Бля, тут же замочки, ключики маленькие за крисы искать. Бля! Сука. Не надо было, бля. Тут же Джилл ты ему голову сносит этому зомбаку. А Криса ведь нет. За Криса, блядь, вообще невозможно играть иногда. Успел еще, сука, кинуться. Кандон, бля. 8 патронов высадил, он все, блядь, стоял на ногах. Сука, да ты что такое живучее? Сука, стой, ключик нашел. Вот за чего за Криса здесь надо было, да, зайти, блядь? За Джилл, вот тут клиночек лежал. У меня тут ключ какой-то сраный. Хотя ключик мне нужен. Блин, это мне тоже нужен. Сюда мы не пойдем. Потолок. Получится Крис Сэндвич, потому что, блядь, никакой же Берри никто не придет на помощь нам. Так, судя зомбак. Иди нахрен вас, зомбаков. Патронов что-то это. Маловато. Че ж ты, сука, такой медленный? Че живой, сука? Сука. Давайте зомбака заведем сюда. Я сейчас ноги, сука, отпилю. Фу, блядь. Фу, блядь.
О! Это мы удачно зашли. Я даже патроны не потратил. Это гуд. Это прям мега гуд. Потратил, это прям вообще шикарно. Так, что-нибудь выложим ненужное? Ох, ненужное, блядь. Нож ненужное. Травка пока тоже ненужная. И все. И все ненужное кончилось у меня. Ой, еще лента, блин. А, еще патроны. Блять, вот патроны, это уже хорошо. Только, блядь. Тут, блядь, желтые еще лежали патроны для дробаша. У меня вообще одни, блядь, пистолетные. Ну зато у меня уже много пистолетных патронов, блядь. Я же могу с зомбаками повоевать. Ключик. Ебан рот. Блять, мне две штуки, да? Теперь, блядь. Ну, ладно, скомбинируем. Я буду сохраняться вот так. То мне тут бандикам бывает мудит, и у меня игры не сохраняются, поэтому я буду вот так делать. Сейф через сейф. Ага, видите, уже зеленым горит. Потому что, блядь, зеленым горит почему-то только этот. Когда я на норме проходил бы. Вот обычный рест. Ну, как это, блядь, вам сказать-то. Ну, если бы с самого начала бы. Никто же сейчас нажимал еще раз. Зеленым бы горел бы этот. Именно то, что если я на норме проходил. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefright1987. С вами был Неф. Не забываем ставить любо. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии по данным видео. Ну и всем пока-пока. До новых встреч. Let's rock!